Итак, 3, 2, 1. Ура! Запустили! Революция в скоростях мобильного интернета свершилась. Стандарт LTE Advanced отныне в Чувашии. На территории республики Мегафон первым запускал технологию 4G в 2012 году. И сегодня мы запускаем следующую технологию, 4G+, так называемый LTE Advanced. Он отличается тем, что абоненты теперь смогут получать скорости на своих мобильных устройствах в разы превышающие скорости в обычности 4G. Сразу после запуска журналистам и блогерам демонстрируют возможности сети. Стрелка спидометра показывает значение в 300 мегабит в секунду. Это значит, что фильм можно скачать всего за минуту, а 10 песен высокого качества за 10 секунд. Чтобы получить такие скорости мобильного интернета, достаточно иметь телефон, который поддерживает стандарт LTE Advanced и сим-карту оператора. Ничего настраивать дополнительно не нужно, ничего доплачивать дополнительно не нужно, активизировать тоже ничего не нужно, то есть этим абонентам автоматически доступна более высокая скорость передачи данных по тем же самым расценкам. Характеристики формата LTE Advanced позволяют не только обеспечить комфорт при загрузке данных для рядовых пользователей, но и поднять на новый уровень телекоммуникационную инфраструктуру региона. Правительство Чувашии и Мегафон подписали соглашение. Оно призвано объединить усилия сторон в развитии цифровой экономики и внедрении новых технологий в отраслях, связанных с хранением, передачей и обработкой данных. К примеру, телемедицина, умные технологии в ЖКХ и транспорте, проект «Безопасный город».